Пройдя несколько метров по набережной в районе Моремолла, глава города сразу обращает внимание на состояние тротуарной плитки, прилипшим жвачкам и следам от разлитого кваса. Не место на главной прогулочной зоне центрального района. Это позорно, еще раз говорю. Вообще в городе строго-настрого предупреждают, что если вы уже торгуете квасом, то будьте добры и мы на вашей территории. Вы же следите за этим. Есть, всего нет. Все от кваса. Ну, конечно, квас. Пусть так берут просто ведро и отмывают. Территория набережной от Моремолла до Царма находится под контролем руководителей торгового центра. Дальше до пляжа Ривьера за чистоту уже отвечает департамент физической культуры и спорта. И к этому участку нареканий практически нет. Уборка мусора здесь производится ежедневно. Не только вручную, но и специальными моечными машинами. Нужно только освежить фонарь, столбы и подкрасить секции парапета. А вот перекладкой плохо положенной изначально тротуарной плитки уже занимаются. Главная проблема, говорит ответственный за эту территорию Сергей Пелосян, заключается в том, что в районе пешеходного моста у рынка ведется несанкционированная торговля продуктами. Также стоит машина, также продолжается несанкционированная торговля фруктами, овощами на переходе улицы Чайковского. И складывается впечатление, что полиции, может быть, это и не нужно, помогать и убирать нарушителей закона улиц нашего города. Ну и также, конечно же, эти люди мешают, создают дополнительные помехи для жителей города, которые переходят дорогу. Это и безопасность дорожного движения, и антитеррористическая безопасность. Еще один важный вопрос – поддержание чистоты пешеходных переходов. После ремонта строители то ли забывают убирать мусор, то ли просто не считают нужным позаботиться о порядке. Привести в надлежащий вид подземки мэр поручил в ближайшее время. Да, действительно, после строителей подземный переход не привелся в порядок. Вот. Но сейчас в течение 10-15 дней, значит, специализированная компания будет делать обработку, вот, с применением химии для того, чтобы подземные переходы и по улице Конституции, и по улице Чайковского привести к идеальному виду. Набережная реки Сочи стала любимым местом для прогулок гостей и жителей курорта. И главное, чтобы ее состояние постоянно поддерживалось не только силами мэрии, но и самими горожанами. Особенно мэр призывает не быть равнодушными к фактам вандализма. Татьяна Говоркова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.